Это я в 15 лет впервые пришла с подружкой в кафе. Для начала мы очень долго изучаем меню, потому что мы здесь вообще ничего не знаем и не понимаем. Потом нам это надоедает, и мы понимаем, что просто возьмем салат «Цезарь», потому что остальное непонятно. Нам приносят приборы, и мы сразу начинаем их фоткать, потому что мы никогда не видели такой красивой сервировки. Ну а когда нам приносят еду и напитки, мы сразу начинаем все таскать, перетаскивать и делаем миллион фоток в Инстаграм, конечно же, с разных ракурсов. Когда еда отфоткана, прошу подругу сфоткать меня. Сижу с томным лицом, типа я хожу в ресторан каждый день. Когда еда остыла, уже начинаем есть. Начинаю есть вилкой и ножом, понимаю, что не получится, ем вилкой, конечно, как свинья. Ну и в конце быстро убегаем, потому что мы не оставили на чай.